Снова добрый вечер. Сегодня у нас вторая часть нашего марлезонского балета под названием «Основы гейм-дизайна». Сегодня мы будем с вами больше разговаривать, потому что тема у нас такая не академическая. Тема сегодня у нас сеттинги. Все, что с этим связано. Значит, сегодняшний материал. Огромное спасибо компании Mail Group. Да, за проведенный неплохой анализ постсоветского пространства. То есть они проводили анализ для разработки своих игр и как бы этот анализ выложили. Он показывает, в принципе, неплохую статистику на сегодняшний день. Мы попробуем либо ее подтвердить сегодня за пару, либо опровергнуть, да, в каких-то нюансах. Поэтому, соответственно, приступим. Значит, для данного эксперимента был использован сервис Monkey, который позволяет проводить опросы на различные тематики. Перед пользователями различных групп были выставлена просьба оценить интересные для них сеттинги. Соответственно, проводился он среди пользователей Mail Group, их игр, и они смогли сравнить, вливает деньги данный игрок, не вливает, сколько времени он находится, его возрастные категории и так далее. И оценить примерно для постсоветского пространства, какие сеттинги интересны, а какие не очень. Разделили по разным критериям, вот все эти критерии мы сегодня пообсуждаем. Но перед тем, как прийти к их анализу, пара вступительных слов о сеттингах. Что есть сеттинг? Сеттинг есть некое объединение свойств игры вокруг какой-либо тематики. То есть геймплея, музыкального сопровождения, графических особенностей вокруг конкретной тематики. То есть если, например, мы рассматриваем сеттинг Америка 30-е годы, то графику, скорее всего, мы возьмем нуар. Да, стилистику, которая свойственна была для той эпохи. Соответственно, музыку мы возьмем что? Джаз можно взять твист, вот, свинг и так далее. Да? То есть музыка, которая была популярна в то время. То есть и вот все это вместе дает нам понятие сеттинга. Соответственно, главный вопрос, который задавала компания Mail.ru, какие игровые сеттинги они хотят видеть в новых мобильных играх от компании Mail.ru. То есть они проводили свое приятное исследование, мы как бы будем отталкиваться от них и анализировать их. Соответственно, в их опросе приняло участие 30 тысяч человек. То есть, в принципе, для статистики вполне нормальный контингент. Возрастные категории были различны, были учитаны половые принадлежности людей, которые участвовали в этом опросе. Помимо этого, были следующие характеристики. Значит, по операционной системе выделялся обычный сотовый телефон на Java приложениях, Android и iOS. Соответственно, iOS-овских у нас там 6% было на тот момент, Android у нас порядка 46% и около 48%, которые приняли участие там, были на обычном сотовом телефоне, то есть на Java приложении. Соответственно, по полу разделение прошло следующим образом: 55,18% сотых процента использовалось мужское население и мужские опросники, и женских 44,82%. По возрастным характеристикам игроков от 50 лет было 17%, 35,42% было возраст 36-50 лет, 29-92 это 26-35 лет, 11,4 это 19-25 лет и до 18 лет участвовал 6,21%.
То есть срез именно такой. Мы попытаемся сегодня сделать параллельно еще с этим свой срез. Ну, как бы проверить, какие же сеттинги у нас сыграют. Значит, были вынесены следующие сеттинги. Этот момент советую, все, может, где-то записать. Мы еще будем параллельно свое отмечать, я пока перечислю. Значит, у нас по сеттингам это фэнтези, орки, гномы, эльфы, магии, драконы, книги Толкина. Гарри Поттер, школы магии, университет, обучение, волшебники, колдовство, зельеварение и так далее. Техномагия, противоборство технологии и магии, да, то есть вампиры и оборотни, научная фантастика в космосе, дальше пираты, морские баталии, 16-17 век, ром, попугай, Карибское море, это слова как бы критериальные, да. Дальше античность, Древняя Греция, Древний Рим, соответственно, Спарта, Спартак, подвиги Геракла, Одиссея, ну и так далее. Современность, то есть то, что свойственно нам, мегаполисы, военные базы и так далее. Англия, 19 век и начало 20 века. Детективы, Шерлок Холмс, джентльмены, английские клубы, ну, все, что свойственно тому времени. Американские гангстеры начала 20 века. Да, но это тот нуар, о котором я говорил. Соответственно, сухой закон, кланы мафиозные, крестный отец, ну и так далее. Спецагенты и шпионы, ну, все, что с этим связано, как бы сеттинг вам знаком. Грабители банков, казино, корпорации, Робин Гуды современности, погони и так далее. Да, друзья Оушена, иллюзия обмана, как аналоги данного сеттинга. Побеги из тюрьмы. Всевозможных вариантов, да, побег из Саушенка, Скала и так далее. Значит, постапокалиптические игры, ну, аналог Fallout, Терминатор, побег из Лос-Анджелеса, Я Легенда. Значит, далее, следующий его момент, это повстанцы. Пляж, море, джунгли, сигары, девушки в бикини, террористы, пустыня, командос, ну и так далее, да, то есть ключевые слова. Война против пришельцев на Земле. Вот. Далее, фантастика на другой планете. Инопланетяне, черви, аномальные явления и так далее. Средневековые рыцари. Король Артур, крестоносцы, тамплиеры, драконы, опять же, друиды, Мерлин, инквизиция, ведьмы. Охотники за сокровищами. Ну, Лара Крофт, Индиана Джонс, сокровища нации, да. Каменный век, первобытные люди, динозавры, зарождение жизни, да? Супергерои, Бэтмен, Человек-паук, Мстители и тому подобное. Вторая мировая война, Альянс, СССР, фашизм и так далее, танки, вестерны, ковбои, индейцы, следопыты, поезда. Азиатское средневековье, самураи, вот, гейши, ниндзя, ушу, дзюдо, карате, шаулини. Привидения, заброшенные дома, склепы, гробницы, проклятия, гадания, демоны, оккультизм, ну и так далее. Маньяки, сумасшедшие ученые, серийные убийцы, исчезновение людей, детективное расследование, религиозный фанатизм. Сказки, Снежная королева, Пряничный домик, там русские народные сказки, Садко, там, Золотая рыбка, Братья Гримм, Шарль Перро и так далее. И мушкетеры. Вот, сейчас я проверю, все ли по сеттингам. Да. Эч, назад, не палимся. О, теперь будем голосовать. Так как нас мало, мы нас утроим. Как мы нас утроим? У каждого будет право выбрать три игры, которые войдут в данный набор. И будем выбирать. Значит, первое у нас это было фэнтези. Вот я их буду записывать. Фэнтези. Будем голосовать. Кто хочет игру сделать в стиле фэнтези?
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь. 28 человек. Вы все примерно у нас попадаете под одну категорию, да? То есть это, ну, плюс-минус, это у нас даже две. 19, 25, 25, сколько-то там дальше. То есть, ну, у нас две категории в рассмотре, поэтому мы сможем проанализировать. Так, запомнили те, кто свой один голос отдал. Едем дальше. Следующий — Гарри Поттер. Группа «Миру Гарри Поттера». Раз, два, три, четыре, пять... Ну хорошо, давайте внесем изменения. Просто мы сравниваем с их анализом. У них был анализ по Гарри Поттеру. Если мы внесем свою дополнительную характеристику, она не будет чуть соответствовать тому, что было в опроснике. Так, следующий у нас — техномагия. Противостояние магии и технологий. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Одиннадцать. Техномагия. Далее. Вампиры и оборотни. Игрушка про данных жителей ночной сферы. Есть желающие что-то делать в этой тематике? Вампиры и оборотни. Я понял, зуберки всех достали, я понял. Вы бы зомби еще в бинки шли. Да, тоже вариант. Дальше. Научная фантастика в космосе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Научная фантастика в космосе. 17. Едем дальше. Следующий пункт у нас... Пираты и все, что с этим связано. Морские баталии. Понеслась. Про пиратов. Йо-хо-хо и бутылку рома. 100 желает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Пираты 9 человечков у нас набралось. Ребят, пожалуйста, не голдите, я вас очень прошу. А дальше, так, античность. Кто у нас хочет кричать за Спарта? Раз. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Античность. 10 человек. Дальше. Современность и все, что с ней связано. Сегодняшние дни. Обстановка в мире. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 13 человек. Ну вы же помните, что не больше 3, да? Мы же пытаемся честно проголосовать. Хоть где-то. А если забыл что-то, и вот интересно, что-то на... из нового списка, можно будет забрать свой голос? Перенести голосование. Ну, давайте разрешим, потому что было перечислено много, но только заранее предупреждайте, с какого из голосов вы свое забираете. Именно свое, а не чужое. Потому что... Ага, много набрало фэнтези. Не голосовал за фэнтези. Ну, берите мой голос из фэнтези. Да, ну у нас же как бы пробное такое тестирование. Дальше. Англия, 19-й, конец 19-го, начало 20 века. Зарождение стимпанка как такового. Как она? Индустриальная революция. Раз, два, три. А, или что у нас там? Сейчас, секунду, а то я, может быть... Ну, должен быть стимпанк. Нет, там детективы, Шерлок Холмс, английский. Ну, там тоже может быть примешка стимпанка. Там вообще не было, поэтому мы уже кто-то открыть. Да, да, еще раз, там Шерлок Холмс у нас, пересчитываем. Раз, два, три, четыре. Это у нас... Так, 4 я сказал, да?
4, да. Сколько у нас шпаг? Так, американские гангстеры, фанаты стиля нуар. Сейчас мы быстро вас выявим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отвести на магии в нуар. Хорошо, то есть 11, да? Или я вас посчитал? Нет? Нет, 11, значит. Америка, 20 век, 11, да? Из техномагии... Минус 1. Минус 1. Окей. Из фантастики. А? Из фантастики минус 1. Еще один сюда? Нет, туда пока не. А, просто минус 1. Не из античности. Уже перекатели, я понял. Так, из античности убирать? Да. Что, два из античности? Окей, античность падает в наших глазах уже сегодня. И еще просили из... Откуда? Из научной фантастики? Никуда пока, это резервный курс. Научная фантастика кто-то говорил. Из вампиров перечислить. Минус, да, я понял. Так, откуда еще кто хотел свой голос вернуть пока? Ну, окей, пока вспоминаете, дальше идем. Так, мы остановились на Америка, да, гангстер. Дальше спецагенты и шпионы. Кто там у нас от спектра уже отфанател, который премьера прошла? Да, что неужели нет фанатов этого нового года? А? А, я понял, не шпионы. Значит, что, шпионы 0? 0-0-7. Да, хорошо. Так, едем дальше. А, следующий у нас грабители банков, казино, где наши 11 друзей Оушена. Сейчас насчитаем. Раз, два, три. У нас 4-5 друзей Оушена. Пять. Так, дальше. Постапокалипсис. Кто уже установил себе новый Fallout? А? А что, я их пропустил? Да, побег из тюрьмы. Простите, еще побег из тюрьмы. Да, мы про него забыли. Есть кто-то с тюрьмы собрался бежать? Мы бежали с Колымы и дали круг вокруг тюрьмы, потому что тюрьма наша берега. Так, один. Побег один, и возвращаемся к нашему фоллауту и постапокалиптическому миру. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Еще один. Кого? 18. Окей. Восемнадцать, да, я сказал? Да. Потому что мало ли, вдруг я... Пришли на второй лист. Дальше у нас повстанцы, пляжи, сигары, Че Гевара энд компани. Раз, два, три истинных Че Геваровца. Так, три, да, я сказал? Так, следующая. Война против пришельцев на земле. А, День независимости, да, такие саги там. А? Ну не совсем, это же не сайфай. DMC это же все-таки... А там я разделся типа DMC. Нет, по-моему, такого мы не перечисляем. DMC, Devil May Cry ты имеешь в виду? Это... Ну... Там было связано с привидениями, там были демоны. Да, там были демонюшки. Но такой конкретной темы не было, как со стимпанком, никуда. Стимпанк тоже у нас чисто мини. Подождите, а разве нельзя в техномагию отнести это? DMC нет. Никак. DMC абсолютно, там нету проблематики техномагии. Вот к техномагии характерное, можно нанести аркану, например. И... Серьезно. То есть там, где реально есть проблема совмещения одного с другим, да, то есть уживания. Но можно к техномагии, наоборот, совмещение техники и магии. Например, вспомнить мультик «Аватар». Где у них машины на магии двигались, да, тоже вариант. Так, ну мы остановились же на нашем пришельце на Земле, которые хотят захватить наш мир. Марс атакует, один человек. Марс теперь только один человек. Марсианин один же нас. Ну да. Пришельцы, один человек.
Так, едем дальше. Следующий момент. А это у нас средневековые рыцари. И все, что связано, средневековая тематика. Кого я пропустил? Фантастика, на другой планете. Да, извините, конечно, Дюна и тому подобное. Битва за Арахис. Так еще никто не сказал. Так, сейчас, кого? Пирата одного? Пираты, у нас уже до 8 хотели. Научную фантастику удалили. Смотрите. Научную фантастику. Одного человека убрать? Да. Ёлки-палки. Ну хорошо, какие же вы это? Переборчивые. Так, пришельцы на другой планете, да. Плюс один пират. Еще один пират. Пиратам, я вижу, сегодня не фартит. Наверное, под Джека Воробья все устали. Я понял, откуда? Из первой фэнтези? Наш лидер начинает терять позиции. Еще одного. Еще одного. Ребятки, давайте только без таких шуток, потому что я же реально не могу запомнить, кто за кого голосовал. Поэтому как бы мы от этого отталкиваемся. Мы остановились, фантастика на другой планете. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. А вот теперь мы идем к средневековым рыцарям. Да, вроде не пропустил. Средневековье. Шашками помахать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Значит, это у нас средние века. Восемь, да, я сказал, человечка. Восемь человек. Давайте девять, давайте Ира. Девять? А откуда-то убираем или у вас был еще волос? Нет, было, допустим, Азаир Тащи. Азаир Тащи. А, ну окей. Ведьма, кстати, относится к сеттингу, в том числе и средневековщины. А, ну, в фэнтези тоже. Ну, и там, да. Еще раз, игра, сделанная вот чисто в одном сеттинге, ну, она получит свою публику, но может получить больше, если вы совместите 2-3 сеттинга, при том, ну, мы об этом чуть позже. Напишите там 10. Где 10? Откуда забираем? Средневековье. Я уже забрал в пират. А, мы забирали из средневековья, отдаем десяточку. Я-то знаю, как распределилось. Получается довольно интересно. У нас своя статистика. Так, дальше. Мы остались в средневековье. Охотники за сокровищами. Археология, затерянные города, проводники, артефакты, проклятия, масоны. Каспирология. Мумии, Лара Крофт и так далее. Раз, два вижу. Два. Ну окей. Уже чуть-чуть осталось. Мы практически дошли. А дошли мы до великого и ужасного каменного века. Кто хочет мамонта каменным топором завалить? Каменный век. Кажется, голоса закончились. Окей. А вы, кстати, да, у кого-то голоса еще есть, я думаю, что... Да. Ноль. Так. Супергерои. Бэтмены, Человеки-пауки, Мстители, фанаты Марвела и DC, понеслась. Можно сразу было еще больше, чем за это. Убираем со средневековья? Да, а ты тоже. Окей. Так, еще раз напоминаю. Супергерои, DC, Marvel, понеслась. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть человек. Ну, практически похоже. Да. Так, Вторая мировая война. Все, что с этим связано. Раз, два, три, четыре.
копыт, и кто еще не снял скальп, заходя в аудиторию. А, один. Умница, один. Так. Да, чуть не сказал какую-то гадость. Азиатское средневековье. Да, кто там по гейшам соскучился? Один есть. А, двое еще было? А, двумя руками. Не, вот еще и вижу. Вы голосуете? Оранжевая. Голосуете? Два. А, три. У нас три человека соскучились по самурайским доспехам, нагинатам и тому подобному. Так, привидения, заброшенные дома, склепы, гробницы, проклятия, демоны. Вот здесь демоны у нас были. Вот. Devil May Cry and Company. Так ты уже вроде забирал фэнтези. Еще забирал. Он просто не любит фэнтези. У вас точно есть фэнтези голос? Да, точно, фэнтези. Так, ну, рахуем. Раз, два. Откуда? Ну давайте заберем. Нам не жалко, бедный парень, тот и так на ладан дышит. А. Да. И средневековье? Где у нас средние века? Еще что ты делаешь? Бедное средневековье, вы его голову оставите. Так, еще раз пересчитываем, это мы остановились на привидениях, еще что с этим связано. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Двенадцать. О, как много у нас кирпичных заводов. Да, поехали дальше. Так, маньяки. Еще одна составляющая основной массы хоррор-игр, да, и детективов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Маньяки любят их шестеро, или сами являются скрытыми маньяками. Так, ну а теперь проверим, сколько людей у нас еще остаются детьми. Сказки. Один. Да он не дошел, наш семиклассник. Так, и последние остались каналья, мушкетеры и ноль. Хорошая новость, и нация на три делится. О, замечательно. А, то есть все пораспределяют. Запомни, мы сейчас выделим нескольких лидеров. Апокалипсис, фэнтези. Ну я по порядку иду просто. Те, кто набрал там 15 плюс. 13. Ну я пока 15 плюс возьму. Я такой. И все. О, и все. О, ты уже сразу загнал. О, как замечательно. Мне даже не придется делать. На первом. А, сейчас мышь. А можно попросить расшарить табличку потом? Да, наши статистики, ну я думаю, Александр нам скинет эту информацию. Ну окей, марсиан, значит у нас есть, ну опять же, из лидеров, первое место у нас фэнтези, потом получается постапокалипсис, на втором и на третьем оккультизм. Нет. А, нет, на третьем у нас научная фантастика в космосе, в Саниной статистике. Ну потом, но она совпадает, цифры. А детализировать ее больше. Давай ее попробуем растянуть, может быть, чтобы шкала. Не надо так быстро. Я понял, не надо так меня пугать, я и так этого боюсь. Ой, нет, то ты сильно растянул. Оно, конечно, прикольно, но. Ладно, ты пока здесь настраивай, я поанализирую здесь. Значит, еще раз проверяем. 24. Постапокалипсис я нашел 18. Больше 18 я пока не вижу. Поэтому постапокалипсис у нас пока на втором месте. То есть фэнтези на первом, да? Постапокалипсис на втором. И на третьем месте у нас космос. Третий. Давайте пятерочку выделим. Четвертое место.
Современность. Современность 13. Я смотрю, нигде ли нет 14. Нет. Нет. Современность у нас 4 место. Америка. Так, Арденуар 11. 12. Привидение 12. 5 место у нас привидение вырисовано. Ну окей, окей. Марся, да мы уже здесь пока свелись. Вот. Но это нам данные пока. Может, ты будешь записывать, а нам просто говорить. Мы будем у тебя спрашивать, какие у нас самые меньшие, если что. О! Смотрите, ребята, ситуация в том, что дальше мы будем рассматривать, как же разложились у Mail.ru данная информация. Вы должны понимать, что сеттинг в идеальном виде, то есть использует только одну тематику, попадается крайне редко. То есть если мы возьмем любой крупный сеттинг, он совмещает в себя виды разных вариаций. Чем оригинальнее вы их совместите, тем может быть лучше. Но если это оригинальность, а не абсурд. Да? Например, можно сделать как в трэш-фильме совместить ковбоев, инопланетян и представителей сексуальной ориентации меньшинства. Вот. И получить сеттинг, но сколько народу будет играть в ваш сеттинг. Да? А можно, например, совместить не знаю, что-нибудь такое прикольное. Давайте попробуем совместить каменный век, супергероев и сказки. Зину Кэш. Да, и что-то из этого, возможно, интересное получится. Но теперь все-таки раскроем карты и посмотрим, как же менялось направляющее. Так, поехали. Первое место у Mail.ru заняла Вторая мировая война. Там же за 30 персон голосовали. Ну, у них так, там будет это общее голосование. Значит, на втором месте охотники за сокровищами. Лара Крофт играли. Возможно. Не доиграть. На третьем месте современность. У нас современность на четвертом, да? То есть, ну, как бы близко. Следующий побег из тюрьмы. Ну, у нас с ним совсем печально, да? Или домохозяйки. Вот. Потом у нас сказки проявились здесь. Привидения только 6 место. Вот. А фэнтези на 7. Опа, точно. Это разница из-за рынка, потому что у Mail.ru рынок совершенно другой. Еще раз, а рынок у него постсоветский. Мы тоже постсоветские граждане. Они оценивали проекты, которые выпускают. Они оценивали людей, которые играют в проекты Mail.ru. Еще раз, смотрите, ситуация в том, что данная тенденция, она как бы пока, вот вы сейчас видите то, что общее между всеми возрастами. Вы помните, как разделялся вам процент? Когда дойдем до нашего возраста, нам будет интереснее сравнить. Пока это общее, да, то есть, соответственно, Англия, детективы, школа магии и, соответственно, античность. Это то, что выделили топ-10 популярных сеттингов на Mail.ru. Прошу учесть. Ну, вообще, я сегодня выложил. Что, пора диктовать какую-то информацию? Англия, детектив, проценты там. На Англии у нас 12,3. Да? 12,3 Англия. Школа магии у нас 11,37. И античность 11.11. Практически как старт сеттинга. Едем дальше. Популярные среди пользователей смартфонов. Соответственно, у нас уже определенная категория возрастная понизила. И здесь у нас вышел на первое место побег из тюрьмы. Наверное, вместе со смартфоном, который у пользователя появился.
На втором месте Вторая мировая, потом Охота за сокровищами. Она идет практически в притирку с современностью. 16,4 у охотников и 16,3 у современности. Да. Можно вопрос? А те слова поясняющие, которые были после сеттинга, ну, название сеттинга, они были указаны? Конечно, они были указаны у них, ну, как бы, когда описывался сеттинг. Ну, вот беда как раз и там был... Да, он относился к побегу из мест не столь отдаленных. Этот момент. Они это туда описывали. Сказки, соответственно, у нас вырисовались на пятом месте. Гарри Поттер у нас отодвинулся на шестое или наоборот поднялся. Сейчас посмотрим. Поднялся. Да, на три места поднялся. Ну, неплохо. Фэнтези. У нас опять же влетется в хвосте привидения, Англия и научная фантастика. Кстати, интересный факт по поводу фэнтези. На Стиме тоже проводился подобный анализ. Так вот, фэнтези там тоже не вошло в лидеры. Потому что рынок переполнен фэнтези-играми, как бы, и людям не хочется новых. То есть, просто очень часто подкупают, ну, когда тест составлен таким образом, что есть вот большое количество ключевых слов, которые намекают на какой-то конкретный киносеттинг, телевизионный, художественный и так далее, человек голосует не сколько за сеттинг, сколько за свое любимое произведение. Вот. Соответственно, этот фактор тоже мы должны учитывать. Едем дальше. Популярные среди платящих пользователей России на первом месте Вторая мировая война. Вот. Соответственно, второе — побег из тюрьмы. Третье — охота за сокровищами. Четвертое — фэнтези. Четвертое уже. Поднялись. И пятое — современность. А во время проведения опроса танки уже работали? Конечно. Конечно. Это опрос 2014 года, конца 2014 года. То есть, в принципе, довольно актуальный опрос. Потому что, ну, я не думаю, что сильно поменялось мнение. Но это про платящую аудиторию. Да, вот тут очень интересно, что среди платящих владельцев смартфонов на базе iOS или Android выделились лидеры. Побег из тюрьмы, охота за сокровищем, привидения, заброшенные дома, Гарри Поттер и сказки. Сеттинги среди любителей стратегий. Здесь у нас на первое место вышла фэнтези. Опять бегу с тюрьмы, откуда взялся? Любят! Что это? Побег из тюрьмы у нас на третье место вышел. Кстати, практически вровне со Второй мировой войной. Кстати, вровне. Совсем вровне. Говорю, делаем вывод, надо делать игру. Во времена Второй мировой войны мы бежим из тюрьмы. И ты такой наверное. Гарри Поттер на стратегия. В стратегиях не факт. Не, подожди, если считать вот это вот Heroes. Нет. Heroes. Такая спорная канадская. Company of Heroes. Там наш главный герой, он вообще как бы там в местах не столь отдаленных, его мучают злые КГБшники и так далее. Поэтому как бы идея не нова. Второй Сократ тоже такой же, по сути. А? Ну, второй Сократ тогда тоже, можно сказать, такой. Там не, на самом деле, как бы момент побега главного героя из тюрьмы прослеживается в большом количестве различных сеттингов. Например, серия Death. В каждом Edge of Scroll наш главный герой или бежит из тюрьмы, или его оттуда выпускают. В пятом там совпадение. Повезло, сбег. А так можно было бы и головы лишить. Соответственно. Но опять же, лидеры примерно одни и те же, ну вот пираты еще зачесались, да, у нас? А вопрос, а как целый Гарри Поттер попал в ну как он, взял и попал, кто-то хочет стратегию по школе магии. Я не понимаю, что пока не приходится. Не приходится, что можно отправить, это как по
Ну, смотрите, ситуация в том, что все фермоподобные игры, они относятся, в принципе, к классике стратегии, ну, к группе стратегий. А таких всевозможных очень много сейчас выходит. Фермоподобные. Ну ладно, фермоподобные это все. Какой-нибудь тайкун с фарагами. Так кто-то и видал, что сейчас из тайкунов делают тоже ферму. Да, сейчас практически из всего делают ферму. Это сейчас один из самых легко прибыльных жанров. Наверное, проще по прибыли только... Надо выжить, мы уже все лучше стали. Это невозможно. Три в ряд проще. Да, вот три в ряд можно какие-нибудь там крестики, нолики еще делать. 20-40. Ну, 20-48 он ограничен все-таки в стилистике. А вот, например, всевозможные игры из серии косвенного управления. Мы набираем юнитов, развиваем, потом клацаем на бой, оно все типа само двигается. Такое сейчас тоже довольно модно. Ну, он довольно неплох, но... Фэнтези вышла на первое место. Среди популярно среди сеттингов любителей мом РПГ. Здесь есть победа из тюрьмы. Еще раз. Здесь не оценивали существующие игры. У пользователей спросили, какую бы игру они поиграли. Какой сеттинг им является привлекательным? То есть, соответственно, здесь разделилось вот таким вот образом. Фэнтези, охота за сокровищами. Ну, по сути, примеры охоты за сокровищами есть практически во всех MMORPG, да. Вот, но только в своеобразной форме, да. Порталы, великие порталы. Просто пойти мобов побить, да, то есть, ну как бы этот элемент есть практически во всех. Почему же я говорю, в чистом виде их нет, нельзя использовать. Вторая мировая, опять же, любители всевозможных онлайн-игр, это танки, это самолеты и так далее, это все как бы отражается на этом деле, на выбор. Что с побегом из тюрьмы, ну если считать The Edge of Scroll Online и побег загробного мира как побег из тюрьмы, то в принципе тоже объяснимо. Вот, с этой точки зрения. Соответственно, маньяки... Ну, я знаю только одну игру про маньяков в стиле MMORPG, и та корейская. Вот. Поэтому я не особо знаю, не особо себе представляю игру в жанре MMORPG маньяки, но, наверное, это кому-то нужно. Дальше средневековье и постапокалипсис. У нас появился тут постапокалипсис. Обратите внимание, что схема разделена на две составляющие. Аудитория, которая платит, и вся аудитория в целом. То есть процент, кстати, примерно вот одинаковый колебался, что относительно всех, что среди платящей аудитории. Так, следующее. Сеттинги, популярные у платящих любителей азартных игр. То есть, это когда делается игра, например, ну не знаю, там, Hold'em Poker, но оформляется в определенной стилистике. Честно, я здесь ожидал на первом месте увидеть нуар. Вот ожидал я. Или в крайнем случае современность, то есть Лос-Анджелес там и так далее. Скорее всего, слоты взяты за основу. Слоты, сам факт, охотники за сокровищами, фэнтези, античность, побег из тюрьмы. Да, и пираты. То есть, среди любителей азартных игр, пятерка лидеров меня, лично меня, немножко удивила. Но все-таки 30 тысяч пользователей подкупает. Ну, тестировалось 30 тысяч пользователей. Из них 17
практически 18% из 30 тысяч проголосовало за побег из тюрьмы. Так это же российская голосовая. Да какая разница? Там и наши участвовали, и белорусские, и любое постсоветское пространство, русскоговорящие нет. Кстати, я вам скажу, 50 плюс платит очень мало, а это среди платящих. Основной процент платящих — это работоспособный возраст. То есть это где-то вот до 50, 30, 50. Вот этот диапазон. Может, пенсионер от пенсии. Наверное. Пытается умножить свою пенсию. Все может быть. У платящих любителей симуляторов. Вторая мировая, но здесь хотя бы объяснимо, да, то есть танки, в принципе, можно считать частично симулятором. Окей, современность вырвала. То есть у нас побег из тюрьмы обошел научную фантастику и войну против пришельцев. У всех обходит. Я не буду это комментировать. Пятое. Я думаю, все поняли, о чем я, да? То есть на первом месте среди стрелялок Вторая мировая. Но здесь не поспоришь. Даже крупные проекты, тот же Wolfenstein, Call of Duty, да, то есть, ну, тематика как бы актуальная, причем особо актуальна, кстати, Вторая мировая война занимает топы в американских чартах игровых. Это очень популярная тематика, особенно вот последние там лет 5, то есть ее популярность возрастает все больше и больше, выходят большие крупные проекты интересные. На втором месте научная фантастика, в принципе, тоже не удивлен. Большое спасибо всевозможным кризисам, Battlefront и тому подобное, да, там, Dead Space и так далее. Стрелялки фэнтези, я честно пытался вспомнить хотя бы одну. Может, мне не звук, который ты просто... Ну, может быть. Прицельная стрельба из лука. Ну, предположим, что имеется в виду. Есть многопользовательская лука, там не было стрелялок. А можно было потом кидать? Топоры можно, это кидать, бросание. Ну ладно, предположим. Ну, современность тоже как бы серия GTA и тому подобных вещей. Тот же Battlefield, да. Но. И побег из тюрьмы. Но опять же, здесь ряд игр в стрелялах содержит такой фактор. Вот. Поэтому можно считать, что это составляющая как бы есть. Соответственно, потом постапокалипсис. Fallout, всевозможные эти. Нет, с одной стороны, по-моему, не можно считать. Тут же третий. Да, в принципе, да, и четвертая мы же как бы из этого сховища вышли. Только там все мертвые, нас там тоже держали. Спойлеры. А, вы еще не видели. Хорошо. Это все в трейлерах. Это в трейлерах было, все равно. Это в трейлерах. Ну, тогда вперед. Дальше. Называется Fallout 4. Я люблю ферму. Дальше. Война против пришельцев. Ну, опять же, игры в этой серии есть, поэтому, в принципе, предсказуемый результат. То есть фантастика на другой планете, в принципе, в том же диапазоне, что и фантастика войны против пришельцев, и вампиры и оборотни. Есть одна. Ну, есть было и Bloodline Masquerade, как бы. И вот, кстати, Blood Rain, да, но это более старые продукты. Я вот, например, недавно был очень рад тому, что перезапускают проект «Мир тьмы». То есть это проект, который пытались издать 4 студии. Сейчас будет издавать 5-я студия.
Как и Маскара тоже выступили. Вот, но вот эта вот студия, вы мертвы с серии Маскара. То есть была идея разработки крупного сеттинга именно в стилистике Vampires of Masquerade, в котором игрок будет иметь очень интересные особенности. Все игроки на старт игры люди. Да. Все персонажи смертны. Если персонажа убивают, создаем нового персонажа. Только это MMORPG. Соответственно, плюс у них очень интересное такое решение, ну, у изначальных разработчиков, у дизов. Я не знаю, как его переработают, оставят это или нет, но они добавили так называемую скрытую склонность. То есть, ты человек, все нормально, тебя посвящают вампиры, у тебя появляется эта склонность, перечеркнутая, и написано там бонусы на Святую Инквизицию. Пошел бы в Святую Инквизицию, у тебя подкрылся этот бонус, и ты получил бы бонус. Вот, и так далее. То есть, ну, при каждом создании нового персонажа игрок не знает, вот какой бонус. Какая карма будет у его героя. Разочарование. Поэтому, ну, проект был очень умным, очень интересным. Там должно было быть полностью смоделировано, по-моему, 15 городов мира. Полностью, даже со спальными районами. То есть на момент, когда загнулись они в четвертый раз, были полностью реализованы Киев, Москва, Лос-Анджелес. И, по-моему, Нью-Йорк. То есть вот это было полностью реализовано, уже закончено. Просто там украинские разработчики тоже принимали участие в четвертом наборе, и поэтому как бы додавили, что Киев тоже был замоделирован. Едем дальше. Следующий аспект. Наименее популярные сеттинги. Стримы тоже? Нет. Увы. Но среди всей аудитории самым менее популярным являются супергерои. Давайте на лоте еще выходим. Соответственно, но зато среди до 18 12% за этот сеттинг проголосовало. То есть там наоборот оно популярно. Гангстеры набрали 5%, там чуть-чуть больше 5%. Соответственно, техномагия 5-18, ну у нас тоже техномагия, да нет, у нас 10, да, набрала. Вестерны всего 6%, но если так по логике посмотреть, то в принципе каких-то глобальных проектов у вестернов и в мире особо не вспомню. Ну вот я же говорю, 2-3 игры как бы на весь мир. Red Dead Redemption. Ну вот о нем же как бы. То есть особо. Ну и соответственно Азия и Самурай.